Главный финансовый документ страны, проект бюджета на будущий год, торжественно передали в парламент. По традиции это сделал лично министр финансов Янис Рейерс. И тоже по традиции бюджет он отнес в коричневом чемодане. Это особенный чемоданчик. На нем пластина с именами и фамилиями министров, которые издавали бюджет депутатам. То есть каждый год появляется новая гравировка. Эта традиция появилась в 1997 году. К слову, за это время сменилось 11 министров. По словам нынешнего главы Минфина, бюджет 2015 года – это бюджет социальной и национальной безопасности. Хочу передать вам проект бюджета на 2015 год, который Министерство финансов тщательно подготовило, а правительство утвердило. Это бюджет социальной и национальной безопасности. Приоритетами при его составлении было дополнительное финансирование для медицины, образования, а также повышение минимальной зарплаты. Этот бюджет очень хорошо подготовлен. Прошу Сейм его рассмотреть и утвердить. Я надеюсь, что все те приоритеты в бюджете действительно отражены. Я держу в руках этот бюджет и понимаю, что он действительно тяжелый. Глава бюджетно-финансовой комиссии Сейма Карлис Шадурскис пообещал, что к рассмотрению документа парламент не будет подходить лишь формально. И хотя дефицит бюджета депутаты увеличить не могут, в следующем году он будет 1%, все-таки какие-то изменения парламент внесет. Бюджетный пакет в Сейме будут рассматривать в срочном порядке. Первое чтение уже завтра, окончательное в следующую среду, то есть 17 декабря.